Всем привет, я Татьяна, вы на канале «Ваша дача» и решила продолжить снимать отрицательные моменты по петуниям. И прям таки видео назвала «Страсти по петуниям», в полном смысле этого слова. Я вам показывала, какая плохая всхожесть в этом году была, и показывала вот петунии, которые посеяла 12.02, показывала 20 февраля. Сегодня 29 февраля, и вот некоторые петунии, вот, например, лавина, равномерно развиваются. Да, они небольшие, растений 9 больших, вот одно зашло позже, маленькое, но все растения абсолютно нормально выглядят. Петуния многоцветковая нора тоже за это время подросла. Можете смотреть то видео предыдущее, его недавно вот выставили на канале. Они были, конечно, поменьше, но вот растения не все, не 100% схожесть, но они все выглядят хорошо. И вот что в контейнере, который я вам показывала тоже 20 февраля, в принципе, за 9 дней здесь фактически ничего не изменилось. Одно растение выросло, одно пытается вырасти, и все. То же самое с петунией и желтой крупноцветковой, и точно так же дотстар. На пакетиках прекрасный срок годности до 26 года. А в результате вот такой результат. Все они до 26 года, 12-26, но, видимо, здесь сухие и старые семена. Почем это можно еще видеть? Потом, что даже гранулы оставались на некоторых растениях. На тех растениях, которые гранулы отпали, семечко не раскрывается. Она абсолютно пересушена, она держит листики, и они не растут. А где листики и проросли, не такого крохотного размера, что из них вряд ли что-то получится. Но я постараюсь их спасти. Конечно, все спасти не удастся. Но на данный момент, какой у меня совет, если у вас такая же ситуация? Не убирайте укрытие с таких петуний. И подкармливайте их разбавленным раствором именно из пульверизатора, удобрением для петуний, хотя бы в два раза разбавленным, изредка подкармливайте раз в неделю, давайте им возможность потихонечку подрастать. Ну вот такая ситуация. Пишите, как обстоят дела с вашими петуниями, которые были посеяны раньше, подрастают ли они. А я, в принципе, на этом сегодня свое видео заканчиваю. Оставайтесь с нашим каналом. Буду и дальше вам рассказывать о всех тонкостях и моментах выращивания растений. До новых встреч!